Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Олег и Валя из Египта. И мы сейчас находимся в отеле Caribbean World, который расположен в бухте Самобэй. Это 5 египетских звезд, куда нас пригласили наши друзья Лена и Дима на день рождения своей дочери. Они, кстати, турагенты, и можете воспользоваться их услугами. Ссылочки будут в описании. Отель стоил 2900 гривен ровно за одни сутки, на двоих на все включено. Мы уже покупались, пообедали, все вам показали, рассказали, и настало время заселения. Мы не торопимся брать номер прямо при въезде в отель. Мы сразу бежим купаться, обедать, снимать для вас видосики. Ну а потом, конечно же, пойдем смотреть наш номер. И вот это время наступило, и нам очень интересно, какие же номера в этом отеле. И кому интересно, конечно же, оставайтесь с нами. Ну а мы погнали! После обеда пришли мы на ресепшн получать наш номер. Без проблем, конечно же, он уже был давным-давно готов. Но мы, повторюсь, не торопились заселяться, потому что приехали сюда уже в купальных костюмах, побывали на пляже, покупались, пообедали. И смотрите, вот в таких конвертиках выдают ключи от номера. И меня удивило, две карты на открытие номера всегда дают одну, всегда. Вторую надо выпрашивать. А здесь изначально дали два ключа на номер. Также карточки на полотенце у нас были. Мы их получили заранее, до заселения. Ну и нам, соответственно, их не продублировали, а оставили те, которые есть. Концепция отеля также в конвертике есть, которую мы вам почитаем, зачитаем немножечко позже. Возможно, даже при обзоре отеля. Корпус у нас 4-й, это прямо недалеко от ресепшена, что, мне кажется, очень удобно. Ну, до моря нам идти, может быть, каких-то 5 минут и понадобится. Что полезно, да, двигаться. Так что, нам очень интересно, какой здесь нам дали номер. А вам интересно? Ну, тогда погнали! Не успели мы дойти до номера, потому что, проходя мимо бара, увидели, как девушка берет себе молочный коктейль. Конечно, мы решили тоже его взять и попробовать. И, ребята, я вам хочу сказать, что это любовь моя. Это вкус детства. Он такой вкусный. Бармен даже вон сердечко, смотрите, нарисовал мне. Видела, как он наливал молоко. Должно быть там, по-моему, мороженое. Украсил апельсинкой, трубочка. И мы нашли классную локацию, где можно уединиться и посидеть на улице на этом прекрасном свежем воздухе. Посмотрите, какое сегодня небо в Египте. Ну, просто все располагает к этому отелю. Поэтому отель пока нам очень заходит. Естественно, если будут минусы, мы их вам покажем. Ну а молочный коктейль – это просто амброзия. А у нас вот такой корпус бунгало а-ля. Второй этаж дали из 3 этажей. И вот он наш номер. Две карточки дали, на удивление. Давайте смотреть. Наш номер. Та-дам! Какой он огромный! Эффект вау налицо. Честно, даже боюсь заходить и заглядывать, что же нас там ждет. Да, мы были в разных отелях, разных номерах. О, карточку кто-то забыл. Ну, наверное, дворник. Вы поняли, уборщик. Кондиционер уже прямо на входе, я тоже такого не видела. Прямо над дверью. Ну, давайте смотреть. Так, тут у нас, как всегда, карта отеля, план эвакуации,
О, наконец-то нам в отеле достался в номере открытый сейф. Сейф большой, MacBook туда влезет 100%. Это большущий плюс. Вот, как пользоваться сейфом. И сверху, смотрите, сейчас положу карточку. Что-то лежит. Это, я поняла, что это. Это набор для шитья. Тоже давно в отелях не встречали. Пятерка пятерки рознь, ребята. Мы были вот последний раз Royal Lagoon, тоже пятерка, но этого всего там не было. Чехольчик висит. Ой-ой-ой, сейчас. Шкаф большой. Вешалок хватает. Сюда мы поставим наши чемоданы. Дополнительные подушки. И это немаловажно. Ух ты, так тут чисто. Да, я удивляюсь, потому что это Египет, и вы знаете, что за чистотой здесь не очень следят. Но тут чисто. И сразу же в коридоре мини-бар. Новенький холодильник работает. И здесь нас ждет бутылочка 1,5-литровой воды. Также место для багажа. А тут зеркало в пол. Привет. И это немаловажно, не во всех отелях есть зеркало до пола. Давайте посмотрим ванную. Ух ты, ну ничего себе раковина. Я удивляюсь, почему. Я вам объясню. Мы были вот-вот недавно в пятерочке, и она совсем другого уровня была. Да, все зависит от цены. Я это прекрасно понимаю. Чистейшие стаканы. Просто аж блестят. Их два. Полотенца два есть. Фен работает. Чистейшее зеркало. Так как нам в отелях попадалось зеркало, которое даже не вытирали. Ну и косметика. Уже давно тоже не попадалась косметика в отелях. Здесь у нас шампунька, гель для душа. И 100 лет в отелях у меня не было лосьона для тела. Здесь он есть. Мыло и шапочка для душа. Вот он и сам душ. Очень большой. Посмотрите на это расстояние. Тут и ванну можно было поставить. Но стоит душ. Полотенце есть. Веревка для белья, для сушки также есть. Полочка. Как же не хватает иногда в отелях вот таких мелких, маленьких полочек. Душ. Ну и полотенце для ног. Также унитаз, туалетная бумага. Это все понятненько. Телефон. А, вот это, знаете, хотела спросить вас. Я до сих пор не понимаю, зачем в отелях кладут... Сейчас, секунду. Вот такие маленькие пакеты. Для чего это? Для мусора, для использованных каких-то гигиенических средств. Или что? Для чего вот такой вот маленький... А, я, по-моему, догадалась, для чего. Но вы все равно напишите, мне очень интересно. Наша комната. Вау. Две огромные кровати. Да, мы всегда в отеле берем отдельные кровати. Нам это очень удобно, тем более на одну ночь. Кондиционер. Вот он центральный. Прикроватные тумбочки. Розеточка есть. Постель посмотрим чуточку попозже. Мне всегда было интересно, чистая она, новая, я имею в виду постиранная или нет. Вообще, ребята, номер, тут бегать можно, не то что жить или ночевать. Обалдеть, я приятно удивлена. Прям вообще приятно. Ладно, сразу посмотрим постель. Потому что я считаю, что в отеле, в номере самое важное – это чистота постели и чистый унитаз. Унитаз чистый, вопроса вообще нет.
Давайте смотреть, чистая ли постель. Особенно не люблю, когда попадаются волосы. Но нет. Она на ощупь такая приятная. Сразу чувствуется чистота. Прям даже кажется, что она накрахмаленная. Все чистенько. Наволки, подушки. Да, чистые. И вы будете говорить, что мы расхваливаем отель, что это реклама. Нет, нам никто за это ничего не платит. Ничего. Повторюсь, нас пригласили сюда друзья отметить день рождения их дочери. Телефон, розеточка также есть. Шикарный уголок посидеть вечером, поиграть на планшете или почитать книжечку. Торшер. И такое вот странное дизайнерское решение. Вот это вот деревянные штуки, сооружения. Но позже выйдем на балкончик, еще посмотрим, что нас там ждет. А тут чайный стол с чашками. Последний раз у нас в отеле стаканы были. Сливки, кофеек, сахар. И чай упакован индивидуально. Вот каждый в таком пакетике. Еще бутылочка воды уже не холодной. Зеркало есть. Ой, ну и давно в отеле не видели, чтобы лежали салфетки в свободном доступе. Это большой плюс и очень удобно. Торшеры. Удобная рабочая зона, если вы приехали с ноутбуком и вам надо поработать, то место для этого тут найдется. Мусорник, ящики есть. Телевизор. Да, он не первой свежести, но он тут есть. И он работает, надеюсь. А вот эта находка меня не порадовала. Это кто-то был живой, его убили, а со стенки не сняли. Считаю, что номер нам дали просто шикарный. Но еще маленький вопросик к вам. Нас в потолке... Мы увидели вот такую вот метку. Напишите, для чего она. Как я слышала, это стрелка направления, куда, где расположена мечеть, чтобы молиться. Правая или нет, очень интересно. И напоследок, ребята, наш балкон. Валечка уже любуется вовсю. Что там видно, Валя? Смотрите, какой у нас вид с балкона. Это вид на бассейн, что меня очень порадовало. Не знаю, какие тут еще виды, конечно, есть ли на море номера. Ну, как правило, вряд ли ты будешь сидеть вечером прямо и наслаждаться морем. Морем надо наслаждаться непосредственно на самом пляже, я так считаю. Давай я покажу, какой вид. Это 4-й корпус. Ну, я не знаю, кто здесь отдыхал, или может кому-то нравится вид. Простите, 4-й корпус. Это вид на бассейны. Ну, в принципе, сразу на 3 бассейна, я так понимаю, правильно? И повторюсь, смотрите, какие зонтики. Они огромнейшие, сделаны в карибском стиле, как и название самого отеля. Ты знаешь, вот я смотрю на картинку, смотри. Класс. Как будто действительно где-то Карибы какие-то, Мексика какая-то, не знаю. Вообще пока ничего плохого про отель сказать не можем. Нам нравится абсолютно все, в том числе номер. Он не то что нравится, но, ребята, я хочу сказать, что не в каждой пятерке такого размера номер, такие кровати, чистые постели. Для меня это приятное удивление. И спасибо отелю, что даже на одни суточки нам дали вот такой вот прекрасный номер с видом на бассейн. Я, кстати, читал про отель, что он вроде бы 2007 года выпуска. И в нем уже была реновация. Выпуск? Ну да, в нем была реновация. То есть, ты же видишь, за отелем реально смотрят. Тут вопросов нету. А, так мебель, смотрите, на балконе какая. Деревянная, да. Тяжеленная. Но вот так вот удобненько туда упасть жопкой, посидеть. Ну, вон вижу огромная пепельница. Мне кажется, заместь пепельницы бы сюда кальян, и так вот вечером.
Можно было бы посидеть, тогда посмотреть. Надо заезжать в отель не на одни сутки. Ловите хорошую цену или напишите, кто здесь отдыхал, по какой цене. Тоже будет очень интересненько почитать. Давай резюмировать, Валь. Вообще, сколько по пятибалльной шкале, сколько будем ставить номеру? Я повторюсь, ничего плохого про отель пока у меня вообще никакого мнения не сложилось. Поэтому пока это 5 из 5. Да, мы вечером пойдем в а-ля-карт, пойдем на ужин, обязательно вам это все отснимем. И у нас уже какое-то сложится общее впечатление. Ну а пока, мы надеемся, это видео было интересно и полезно для вас. И с вами, как всегда, из Египта были Олег и Валя. И все буде Украина. Всем пока! Закрутим мене, як бігуді, я закритими очима знаю.